С 1 июня в картинной галерее «Мирас» открылась выставка детской игрушки под названием «Мы из СССР». Эта частная коллекция Ларисы Булатовой насчитывает 242 экспоната. Увлечение коллекционера началось еще в 2013 году. Тогда она начала собирать кукол в национальных костюмах. Первые куклы из фанеры на подставке появились еще в 1955 году и представляли все народности СССР. На выставке можно увидеть большое количество пластмассовых игрушек, которые появились чуть позже. Они олицетворяли героев старых советских мультфильмов. На выставке также представлены деревянные игрушки, так называемые деревяшки, целлюлоидные и пресс-опилочные куклы. Также будут очень интересные куклы, выполнены из пластмассы и резины. Выставка будет работать до 30 июня. Приглашаем всех горожан. Кому-то данная коллекция подарит приятные воспоминания о детстве. Кому-то принесет радость от соприкосновения с далеким прошлым.